Меня там Люся закрыла. О, молодец, давно пора. Суй дедушке собачку. Давай. О, нет, Люсь, давай что-нибудь повкуснее. Хорошо. Мне не очень просто подобрать одежду, в чем ехать. Да это да, типично бабская проблема. Лодку накачивай. Вот этим? Что папе подарил на день рождения, тем и качай. Когда я тебе говорил, не женись, ты тоже говорил. Я понял. А? Филя, Киря, здесь заканчивайте. Дедушка для вас новую раскраску нашел. А я считаю, что приходить в таком платье – это вообще жульничество. А ты сам бы взял, да и пришел в платье. Ты вообще понимаешь, что я тебе объясняю, пап? Ну, конечно, понимаю. Если каналы сбились, нужно звать тебя. Полезешь ты. А чего я? Этого мы не вытащим. У всех самки как самки. А мне вот бракованная досталась. Мало того, что краску потратили, забор испортили, так еще и не похоже. Держите, девочки. Если приду, оно будет теплое, вы будете холодное. Это все он копал! Тогда больше не могу терпеть. Забирайте его.